Поехали. Итак, снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами на связи Олег Алавгудвин. И сейчас мы рассмотрим такой, так скажем, экзотический прием, который обычно массажисты на это не обращают внимания и вообще даже не знают, и не делают. Ну, ты массажист, да, ты подтвердишь, что про это обычно никто не говорят. Значит, смотрите, есть пояснично-подвздошная мышца. У них две. Вот у 12-го примерно получается грудного позвонка, она идет вот так вот и касается подвздошной кости, да? Вторая подвздошная мышца отсюда вот начинается и идет, касается вот сюда, вот крепится к внутреннему вертелу бедренной кости. Вот, соответственно, это рядом с пахом, туда редко кто залазит, да? Как вот мы проверяем, работают они или нет? А нам это важно знать, потому что это мышцы-антагонисты, которые работают против поясничных мышц, да, паравертебральных, квадратных мышц и всей группы ягодичных мышц. То есть, если здесь мышцы пережаты, да, то у человека получается увеличен лордоз, увеличивается лордоз поясничный, здесь мышцы перерастянуты получается. Если ягодичная мышца сжата, человек жалуется, да, чаще жалуется на седалищный нерв, который мышцы просто прижимаются к кости, и он иннервируется вниз, вплоть до пальцев ноги, то, соответственно, опять эти мышцы вот паховые пережаты, да? Ой, не паховые, извините, подвздошные. Как теперь до них добраться? Во-первых, мы их тестируем. Держись за стол. Поднимаем ногу, флексия вперед. Латерофлексия под 45 градусов. 45 градусов вверх, 45 градусов латерофлексия. 45 градусов ротация. Вот, держи. Держи ногу на таком весу. Я буду давить вниз, ты сопротивляйся. О, сопротивление есть, хорошее, отпускаю ногу. Значит, мышца включена в работу, значит, они обе работают. Теперь здесь также 45 градусов вверх, 45 градусов в бок и 45 градусов в разворот. Давим вниз. О, сейчас включилось. Не сразу, но чуть с запозданием включилось. Так, все, руками можно держаться теперь. У человека, у которого не включается, ну как пример, да, просто покажу. Нога сразу проваливается вот туда вниз, он не может ее держать. Дело в том, что в обычной жизни мы эти мышцы не используем и никак в спортзале никто их не качает. Это, как правило, мышцы, отводящие ногу вот сюда и приводящие обратно вот сюда, к груди, к противоположному плечу. Ну, кто такие упражнения делает, наверное, только либо балерина, либо тут на лошадь запрыгивает, да, ногу подкидывает. Ну, не знаю, на мотоцикл, может, так запрыгивает. Вот. Обычно люди либо сидят, либо стоят, либо ходят прямо, да, эти мышцы не включают в работу. Значит, нам надо когда-нибудь добраться. Подъемом коленок мы ослабляем мышцы живота. Нам нужно будет проникнуть туда рукой. Примерно вот прицеливаемся, да, вот где-то вот тут 12-й позвонок. Грудной мышцы идут вот такой вот елочкой, да, вот так вот. Значит, перпендикулярно им мы внедряемся в живот. По линии примерно чуть ниже пупка, потому что направление будет выше, вот туда. Внедряемся в живот, проходим. С животом работаем, кстати, очень мягко, очень медленно. Поэтому аккуратно, чтобы человек не вздрогнул, не напрягся. Вот он меня уже пускает внутрь. Если что-то там болит в животе, да, то это отдельный вопрос. Мы решаем больной вопрос с больным органом, ну, с кишечником в данном случае, да. Мимо сигмовидной кишки тут прошли. Сейчас я мимо почки прошли, вот потом кишечки раздвинули, вот поглубже. Сейчас вот найдем. Вот, я уперся, не больно? Нет. Значит, нормально. Вот, человек спокойно дышит, медленно дышит, сам ничего не делает. А мы его ногой имитируем вот эти движения, которые я показывал в воздухе, да, вот. Подъем вверх. Вниз, разные вот эти вот углы проверяем. Так, еще поглубже. О, нормально, не болит, да? Нет. Вот, не болит, значит, все, опускаем. Ну, сколько не держи, сам не держи. Значит, нормально. Достаточно, если болит, там мы будем чувствовать, как они как струнки, знаете, такие прям мышцы играют вот так вот, пальчиками.
Значит, вот этот прием мы проделываем, ну, минутки две, чуть подольше, да, чем я сейчас сделал, там, может, 3 минуты. И теперь подвздошная мышца. Прямо вот под эту косточку, вот туда, вот так вот залазим, проходим мимо сигмовидной кишки. Сейчас кирку пускаем. Вот мы ее взяли. Держим. Не больно? Нет. Вот не больно, это очень хорошо. И теперь вот так вот уже опускаем, такой же пониже. И вот она заиграла. Это мышца там под пальцем же ходит так ходуном. Сам чувствуешь, интересно? Да. Чувствуешь, да? Угу. Ну, не больно. Вот, опускаем ногу. И также, если у человека не серьезный такой большой пресс, через который не пробиться, да? Если у человека ну, не полный живот такой надутый, да, то может проникнуть в принципе к позвоночнику прямо спереди. Сейчас пока не пускает. Не пускает сейчас. Очень хорошо расслабляет позвоночник прямо при вот этих поясничных вздутиях, когда сзади вздуты паравертебральные мышцы. Вот. Когда лордоз увеличен, да, вот мы сзади массировали, раскрепощали, не получилось, да, тогда залазим через живот, и вот люди обычно чувствуют, что прямо отпускают поясницу. Сейчас чем-нибудь чувствуешь? Это непонятно пока. Да, немножко полный живот, что ли? Да. Не попадаю. Ну, нам главное продемонстрировать, да. Без резких толчков мы не толкаем, да, но в принципе вот иногда бывает один из позвонков, да, вот мы посильно толстым щупом, да, он прям так глубоко туда ушел, да, и мы его с этой стороны подталкиваем в обратную сторону, ноги подняты, и чтобы он полностью вошел обратно, такой вот мануальный прием небольшой, это мы делаем вот так вот. Прицелились, вот мы, ну, как бы ощущаем третий либо второй. Поясничный позвонок сейчас. Примерно третий. Не достаю немножко. Ну, главное продемонстрировать, да? Вот я на него упор сделал, да? И вдох животом делаем. Пациент. И выдыхаем медленно до конца. Раз. И туда его подталкиваем. Нет никакой вероятности, что 100% получится, да, но потихонечку он будет туда входить назад. Далее, вот эту мышцу, пояснично-подвздошную, она крепится, туда мы практически не проникнем, да. Вот за паховой мышцей, вот прям сюда загибаем, и вот тут вот есть запирательный нерв, запирательная мышца, вот прям здесь. Ничего не больно? Нет. С ней работаем, вот, она обычно жесткая, если болит, да, и очень такая, прямо человек может скрикнуть, да, поэтому очень мягко, пальчиком вот так мягко, почти не касаясь, даже видите, даже чтобы палец не шевелился, я шевелюсь корпусом, чтобы как бы вот минимально такого движения передать, да, вот такой маленький, такой легенький вообще массажик. Так, ну будем показывать этот ролик про запирательные мышцы, не будем. Наверное, не стоит, да. Нам главное позвоночник, все-таки в мануальной терапии занимаемся. Есть у нас еще разное ноу-хау, разные приемчики, о которых вы на видео не узнаете. На видео, естественно, многие нюансы просто уходят, уплывают из виду, но когда вы присутствуете здесь на занятиях, все мы отрабатываем на живой натуре, на живых примерах. Практика и только практика. Валерия Галафагудвина, поэтому я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забудьте нажать там на колокольчик, где-то вот там сверху, по-моему, чтобы о новых видео было вам напоминание, да? А еще лучше приходите на наши тренинги. С вами был Олег Галафагудвин. Пока-пока.